Ми вертаємось до вас. У нас була технічна замінка невеличка. Ось бачимо, що всю допомогу. Розмовається до життя пораненого. Коробки там, ящики отдал туда на Майдан, там все. Вот парня просто убили в грудь уже боевым в отеле Украины. Вот это вот их сумочка. Вот так они ходят по Киеву. Вот так вот они отдыхают, ребята. Еще они бросают вот такие вот вещи. Это, по-моему, боевая даже не разорвалась. С такими инструментами они один на один с людьми разговаривают. А вот, пожалуйста, коробочка с этих терминов. А вот это шумовая с гвоздиками. Гвозди. Тоже такого делать нельзя. Она мне сюда попала, она мне рану сделала. Минуточку, ну давай. А это я тоже не знаю, как у него использовать. Какой ранний не используешь? Вот что? Какой ранний не используешь? У него? Да. Грудь. Одна где? Там грудь нельзя стрелять, голову. Видите, там все написано. Снайперы стреляют. Ага. То есть они рассказывают, пусть рассказывают, но мы знаем, что их власть уже кровью. А у вас еще одна такая паперка Е? Что? Такая одна паперка Е? Ну, не, мне копья сегодня вот показал. Трофейная сумка, это я не знаю, что я сейчас посмотрю. Можно? Запрещаю, я сейчас попытаюсь. Вообще уже позвонили им с власти и сказали, чтобы никто ничего не видел. То есть это сейчас, если вы снимете, то это будет реально сенсация, которую делает вообще. Сейчас. Только сразу камеру. Да, сразу вот на ней. Чтобы если начнут. На 30 секунд. 30 не получится, там вообще не пускают. Сейчас. Да, куда вы? Вы вроде бы открываете. Мы сейчас смотрим. А то куда вы хотите? Человека убитого показать. Что там на машине? Помощь нужна? Убили. Куда везти? Куда? Везти сюда. Огнестрельно? Грудь. Огнестрельно? Огнестрел в грудь. Без шансов. Легкие, сердце. Закрыли. Извините, Ива, у вас есть информация, сколько убитых? Вау. А кто там? Там убитые. А? Убитые. Убитые? Можно давайте вернемся за бригаду, бо тут снайпер. Мне пишут, что снайпер, тут простой снайпер. А? Там окно разбито было. Сейчас разобью. Последнее предупреждение. Что ты творишь? Открой окно. Что ты творишь? Пресса должна видеть убитого. Они не открывают. Огнестрел. Норту. Вот сюда, что ты смотришь, бабушка. Привет. Привет.
Так, слухай, мені тут пишуть в коментарях, що треба отсюди вбиратися, бо тут снайпери працюють. Треба отсюди на Майдані все. Треба вбиратися отсюди. Добре, ми йдемо з Європейської. Добре, ми йдемо звідси. Ми йдемо на